Идем к соседу в гости. Надо помочь ему завести мотоцикл. Мотоцикл Минск 90-го года, по-моему. Я ему раз уже заводил. Надо прокатиться на нем, оценить, что он из себя может. Вот, и у нас теперь получается, у меня мотоцикл, у соседа Ильи мотоцикл. Говорят, ты ж с коляской, я еще не видел. Вот. И у Михаила мотоцикл Минск. Моторизованное подразделение чистого неба, ё-моё. Сейчас я все ноги себе до конца вымочу травой мокрой. И придется переодеваться уже в боевую одежду. Буду косить траву. Сейчас иду и нахожу вот что. У нас земляника еще вовсю. Земляничка. А, сладенькая. Вот сладенькая. Вот еще земляничка. Здесь у него земляники много. Очень много. Так что облизывайтесь. Я кушаю земляничку. Здесь у нас обычно грибы, подосиновики. Вот наша граница между участками. Вот эта сосна с двумя стволами. Вот. Все заросло. Сейчас пока иду, наемся земляники. Ай, вкусняшка, ай, вкусняшка. Вот, смотрите. Все, земляники. Сплошная земляника. Слюнки текут, да? Вот. Ладно, пойдем. И то уже слюной истекли, да? Посмотрим, чем занимается Миша. Уже так, ну блин. Смотрите, какая крупная, а. Ну просто. Ай! Ну просто слюнки текут. Надо зацепить. Вот так. Ну. Ладно, все, торможу. Земляника. Это его сарай. Дровяник. У него, как всегда, все завалено нужными, абсолютно нужными деталями. Ну, как и у меня. У меня тут поменьше завалено. Ну, я тоже Плюшкин. А, вот. Хозяин! Хозяин! Ну вот, мотоцикл. Минск. Минскас. Так. Рычаги он поставил. Сейчас будем заводить. Хозяин! Интересно, куда он спрятался? А, он, наверное, развлекается с бензопилой, по-любому. Я что-то... О, морозилку привез. Я что-то слышал. Звук бензопилы. Вот как. Вот колючка растет. Чертополох называют. Он когда созреет, пройти невозможно будет. Весь будешь в таких вот таких иголочках. Буква В, буква У, по-разному можно обозвать. Вот крапива у него. Заросли крапивы. Вот. Хозяин!
плохо, не только. Ну вот Михаил, мой сосед, занимался, я так понял, сенокосом, да? Проверил. Прижилась, облепиха прижилась. А остальное наше прижилось? Лива прижилась. Отлично. Вот у нас вот там проходит ручеек, и вот там низкое место самое, там трава с кустарником и в виде кочек. Вот, получается, у нас участки на холме, вот дома получается наверху, а здесь вот, естественно, я думаю, это бывшее русло реки, древней. Что на той стороне тоже возвышенность идет, потом идет в низину. Вот. И вот. Да, и вот уже зрителям так это слюнки опускал. Уже вот смотрите. Видите какая, как клубника. Ё-моё. Не, ну тут уйти это тяжело тебя все. Да. Тут надо с банкой приходить и помогать тебе. Ну вот пока пооблизуйтесь. Я вам не буду слюнки пускать, пускай Михаил пускает слюнки, а я за кадром буду тоже есть ягоды. Да. И у нас сейчас здесь злые комары, которые прямо лезут. Лезут прямо в глаза. Ладно там куда-нибудь еще. Прямо в глаза. И что интересно, у меня там на возвышенности у дома их нет, потому что они сдуваются потоком ветра. А здесь они в низинке есть. Потому что здесь ветра почти нет. Хотя вот смотрите, если видно, вдалеке деревья качаются очень сильно. А здесь у нас тишина. Ну, сейчас затопил котел у себя. И у меня там в подвале дымовал. У меня же труба в этой антикоррозийке стоит. А я ее в кузнице так и не счистил. И все. У меня там сизый дым такой вонючий стоит. Пока прогорит? Да, пока. Я там полностью всю топку закидал под завязку. У меня там как в реактивном этом двигателе. Да, вой такой стоит, тяга хорошая. Дрова есть? А? Дрова есть, дрова, да. Есть. Ну и у меня там наколото в баню было, я. Я не собираю еще, у меня есть. У меня два тазика отнесено туда. Таких более-менее сухоньких. Вот. Надо будет где-то часов 7.30, наверное, я думаю, растопить баньку, как она прогреется. Да, за час подходит, да? А? Она за час, да, у меня, да, за час. И мы сегодня погреемся, попаримся. Вот. Ой. Слюни. Слюни у меня текут прямо по ней. Ой. Ужас. Какая вкусная. Вот как тут пойти косить, а? Расскажите. Ну невозможно. Надо идти косить, а я вот тут землянику ем. Надо идти потом будет баню топить, а я землянику ем до сих пор. Ну, пойдемте дальше. Поднимаясь к холм. Через... О, почти созрел чертополох. Бузина. Вот это бузина. Бузина. Но она же, по-моему, несъедобная. Нет. Нет. Потому что мне с малых лет говорили, что вот это нельзя есть. Отравишься. Вот. Она вроде не очень сильно отравится. Ну она, видишь, какая красивая, а? Смотреть на нее можно. Ну, через... Думаю, что, удержит хорошо. И ничего не получилось. Лапка болтается и все. Сейчас будем бегать, как в детстве.